Серьезных изменений в расстановке лидеров за минувшие сутки не произошло. По-прежнему лидируют водители-экстремалы «Адреналин Саратов Рейсинг». Но гимнасты на полотнах «Феерия» не отстают и буквально дышат в затылок. На третьем месте повелители огненной стихии «Танец огня». И совсем пока отстали девчонки-черлидеры «Динамик Систем». Но делать выводы пока рано. Впереди еще 2 дня. А пока давайте вспомним всех финалистов и освежим в памяти, на что они способны. Напоминаю, что до окончания голосования осталось 2 дня. Имя победителя узнаем уже в пятницу. Так что голосуйте, ведь кем будет гордиться Саратов в этом году, зависит только от вас. Генеральный спонсор акции «Гордись Саратов» Бинбанк предлагает потребительский кредит «Дела на миллион». Это возможность уже сейчас совершить любую покупку в любом месте.